Всем привет, с вами Programs, и в этом видео мы с вами реализуем поиск для нашего каталога. Для начала давайте запишем функцию поиска. Так, назовем ее как filter search results. Далее давайте запишем переменную final search bar tag. Сюда мы передадим текст editing controller. Далее запишем с вами init state. В init state мы с вами передадим list product для нашего поиска. Далее вернемся в функцию filter search results. Здесь мы с вами запишем list product model. Так, запишем переменную. Так. Так, лист. Далее. Если у нас query не пустое, мы здесь будем выполнять следующее действие. Так, назовем нашу переменную dummy list data. Здесь запишем product model точка запятой. Далее с помощью for будем перебирать наш лист. Var item in. Так, search list. Так, здесь запишем if, то есть в случае совпадения. Так, item. Точка. Будем смотреть в тайтле. Похожие слова. Будем использовать to lowercase. Для того, чтобы искать в одном регистре, в нижнем регистре.
Далее set state. Далее list product. Точка clear. Далее здесь мы будем так для начала очищать, а затем обновлять наш лист совпадений. Далее запишем return else, вызовем setState, здесь запишем listProduct.clear, listProduct равно, так, если мы ничего не ищем, мы будем возвращать наш лист записи. Так, и берем метод getAllProducts. Так, далее давайте перейдем в scaffold. Здесь мы поиск будем делать в app bar. Пишем landing width, далее title, container, далее запишем decoration, box decoration, border radius, здесь запишем border radius точка circor, зададим 16. Так, запишем color. Далее запишем colors.gray. Далее запишем inch insets. Здесь мы передадим from LTRB, зададим необходимые отступы, далее запишем child, в child мы передадим row, далее children, далее cross axis alignment. Так, row, здесь мы запишем icon, icons, точка, а запишем search, далее зададим size, в size мы укажем 22, далее зададим padding. Так, да.
Далее. Colors. Gray. Далее запишем текст field, обернем в expanded, далее запишем текст input action. Здесь запишем мы search, далее max lines, далее передадим контроллер, так, search bar tag. Далее запишем onChanged. Далее вызовем фильтр searchResults. Сюда мы передадим value. Далее укажем keyboardType. Далее вызовем текст input type, укажем текст. Далее запишем параметр текст align vertical, текст align. Так, возьмем класс отсюда, точка, запишем center, вызовем decoration, далее input decoration, далее fill color, colors, далее gray. Здесь запишем 200. Далее border. Input border.none. Далее запишем hind text. Здесь мы запишем поиск авто. Далее укажем hind style. Здесь запишем текст style. Запишем font size со значением 16. Далее укажем color. Colors.gray, запятая. Font weight, font weight, далее const, далее focus border. Далее контент падинг, далее точка edge insets точка zero, далее укажем field
true. Так. Далее зададим параметр isDance со значением true. Здесь мы запишем style. Так. Таким вот образом. Style. Далее запишем текст style. Укажем font size со значением 18. Так, далее запишем ascurt text. Запишем false. Далее background color. Colors white. Сохраняем и давайте посмотрим, что у нас получилось. Так, давайте запишем, допустим, BMW. Mercedes. Далее Bugatti. Как видим, поиск у нас работает. На этом уроке у меня все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Увидимся в следующих уроках. Всем пока.